Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Вот мы соединили всех цыпляток, которые были выведены с инкубатора и которые вывела курочка. Сейчас не отличишь, где какие. Они полностью сравнялись. Но мы продолжаем кормить яичком. Даем пшено и пшеничную меленькую крупу. Курочка наша отказалась принимать цыпляток. Мы их поднесли к ней, дали цыпляток, но она их стала усиленно клевать, обижать. Не приняла цыпляток с инкубатора и не приняла своих собственных. Может быть, причина в том, что мы из-под нее забирали яйцами, которые были у нее наклюнувшиеся, и выводились они у нас под лампой. Вот буду вести наблюдение за цыплятками, как они будут расти. Через 10 дней сниму снова видео и посмотрим, какие они будут у нас через 10 дней. Сегодня 8 апреля. Вот теперь будем снимать 18-го, как они подрастут. Вывелись у курочки 10 цыпляток, остальные были мертвы. В чем причина, не знаю. Замерли. Может быть, она их где-то плохо согрела. Ну и так. Хорошо старалась. Курочку саму отнесли в сарай. К остальным курям. Вот и все. Вот какие они красивенькие малышатки. Малышатки мои. Игривые солнышки. Здесь стоит лампа, их обогревает. Мы их немножко погреем, пока окрепнут последние. И лампу больше включать не будем, потому что в доме тепло. Ути-ути, какие лампочки мои. Ну вот и все, пока.